Несмотря на непростую эпидемиологическую и экономическую ситуацию, объемы строительства в Твери не сокращаются, а покупатели активно приобретают квартиры. О том, как изменился рынок недвижимости и предпочтения покупателей за последние 10 месяцев, узнал наш корреспондент. Казалось бы, коронавирус и кризис – не самое подходящее время для крупных покупок. Но на рынке недвижимости это правило не сработало. Наоборот, люди решили вложиться в недвижимость как в самый простой и эффективный способ сбережения. Если сравнивать даже этот год и предыдущий год, то этот год очень активный. Даже невзирая на то, что мы сидели на карантине, невзирая на то, что там у нас коронавирус, у нас люди очень активизировались, те, у которых лежали деньги на счетах, там, в банках, да, в носочках спрятаны, они их начали вкладывать. Они поняли, что недвижимость – это очень хорошее вложение денег, и они начали покупать. Если говорить о цене за квадратный метр, то в областной столице резкого скачка стоимости не наблюдается. Она повышается, но в пределах нормы. Стабильно они растут, ну, на немного, прям, как говорят, там, гречка, да, и лимон дорожает на очень приличные цены, то недвижимость нет. Она растет, это нормальная ситуация растет, но в катастрофических ценах нет. Что касается предпочтений, то спрос на вторичное жилье не снижается, а остается лидирующим сегментом. Люди выбирают готовые квартиры, а не на этапе строительства, считая их более надежным вложением средств. Вторичное жилье, оно и останется вторичным жильем, когда ты покупаешь квартиру уже готовую, да, знаешь, что там происходит, а нежели на этапе строительства. Но новостройка не отстает от вторичного жилья. Наибольшей популярностью при покупке жилья до сих пор пользуются однокомнатные квартиры. Ведь в них можно жить самому, сдать в аренду или оставить в наследство детям. На улицах Твери мы решили узнать, приобрели бы ли жители областной столицы недвижимость в качестве вложения средств. Ну не знаю, если деньги лишние есть, наверное, куда их девать, если ехать никуда нельзя. Сидишь себе дома, купишь деньги, наверное, можно купить. Конечно, стоит. Почему? Потому что цены на рынок всегда растут, недвижимость всегда будет в плюсе, квартирка, домик, всегда все понадобится. Сейчас нет. А почему? Потому что она сейчас дорогая. Капитал, по крайней мере, не пропадет, я думаю. Ну, возможно, нужно рассмотреть различные варианты, я считаю. То есть взвесить за и против и принять правильное решение, исходя из экономики нашей страны. Почему бы нет? Сейчас скидки большие по ипотеке. Так что лучше приобрести, да, вы считаете? Ну, я думаю. Дома и квартиры всегда кажутся многим самым простым и эффективным способом сбережения. И специалисты советуют не затягивать, но присматриваться к рынку. И что касается цен в Твери, как прогнозируют эксперты, до конца года они сильно не изменятся.